Здрасте, здрасте. Очередной ураганчик готов. Кованая нержавейка с латунной, блин, с бронзовой накладкой, футляр из ореха. Такой вот темненький получился. И сверху пропитанный воском. Кстати, вот эти вот бусинки, некоторые думают, что они покупные. Нет, я их делаю сам. Это кругляк латуни диаметром 10 мм. Сверлю, зажимаю в дрель и обтачиваю. В общем, даже все эти бусинки не индивидуальные, но не суть. Так вот. Пока его еще не залапал, покажу, как он блестит. Он уже залапал, ладно. Ну, думаю, будет видно. Коленце 23 мм, общая длина варгана примерно 95 мм. Там вот в накладочке такой пропил, даже назвал это выборка, нужна для того, чтобы когда играешь, язычок за накладку не цеплялся. Так, толщина накладки переменная, то есть здесь она тоньше, здесь она толще. Жесткость рамы, ну, как по мне кажется, очень даже неплохая получается с такой накладочкой. Когда-нибудь буду делать накладки больше, но большего размера бронзы у меня нету. Так, ну, не суть. Звук. Запыхался. Как-то так. Спасибо за внимание. Удачи.